Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Если вас интересует недвижимость в Алании, звоните по номеру +90 555 064 91 10. Дорогие зрители, мой друг продает 4 виллы в люксовом проекте, который находится в районе Каркджак. Я сейчас нахожусь на террасе этой виллы. Вот какой вид на горы, на всю эту природу. 3+1. Это одна вилла. Сразу покажу вам. Огромная терраса. Это вторая вилла. Как бы на одном участке две виллы у него. Можно отделить. Два входа. И у нас здесь вторая вилла. Туда я поднимусь, также сниму с террасы, покажу вам вид. Планировка у всех одинаковая. Фишка у этой виллы то, что он заранее заказал, везде сделали теплые полы, установили теплые полы. Расстояние отсюда до моря 7 минут езды на машине. Тут, наверное, в будущем построят парк или что-то построят. Здесь строят виллу, это уже крайний этаж. Выше не построят, и у вас вид не закроется, потому что там спуск вниз. Как бы. Так, только вилла сдана в эксплуатацию. Все документы уже готовы, технический паспорт. Переезжай и живи. Вот сюда устанавливается бойлер, накопительная система обогрева. Хотите что-нибудь, можете здесь сделать себе, джакузи поставить там. Сейчас все объясню. Здесь наверху у нас кухня отдельная, как бы для зоны барбекю, что-то здесь пожарили, шашлык, маслык, чего хотел. Так, дорогие зрители, одна из хороших вилл от качественного застройщика Алании. Цены этих вилл, я скажу, там, наверное, около бассейна. Здесь есть общий бассейн, большой. Есть крытый бассейн с обогревом воды. Фитнес, детская игровая площадка. На своем участке вы можете сделать для себя собственный бассейн, тоже покажу. Четыре виллы, они рядом с друг другом. Если вы большая семья, или у вас там родственники, или у вас близкие друзья, хотите купить две виллы рядом с друг с другом, то это то, что вы искали за хорошую цену. Цену снова сказал, оглашу потом. Идемте вниз. Спускаемся вниз, подсветка, везде видите, на место поставим. Санузел, первый санузел, скажем, там все сверху спускаюсь. Использованы качественные стройматериалы. Спальня. Две спальни на втором этаже. Квадратных метров 220 нетто, говорят, но я скажу, что здесь есть минимум жилая площадь 175-170 квадратных метров. 220 квадратных метров это нетто. Брутто, как я понимаю, да. Балкончик. Я сейчас посмотрю, сторона какая. Эта вилла видит все стороны. Север, восток, запад, юг. Эта сторона восток и север. Большая спальня. Здесь где-то 15 квадратных метров. Это хозяйская спальня. Здесь тоже где-то 15-17 квадратных метров. Как минимум. Высокие потолки. 290-285 как минимум. Ламинат установлен. Второй санузел.
полноценно с душевой большой кабинкой. Можно даже потанцевать. Для теплых полов здесь регулятор поставят. Здесь уберутся и сдадут в эксплуатацию. Я показал, показал. Спускаемся вниз. Очень хорошая планировка. На каждом этаже есть спальня. Так. Здесь у нас встроенный шкафчик до потолка. Стиральную машинку поставите сюда, кладовочка даже есть. Можно закрыть. Третья спальня. Тут где-то 11,5-12 квадратных метров. Вот видите, останавливаете радиатор. Земельный участок. Третий полноценный санузел. Просто бомба. Все. Обдумали, как надо, сделали виллу. Порой на нижнем этаже в санузлах душевую кабинку не ставят. Здесь еще душевая кабина. И спальни не бывает на нижнем этаже. А здесь на каждом этаже и спальни есть. Гостиная комната. Тут где-то 30 с чем-то квадратных метров. Это я на глаз все говорю. Лазерный измеритель, как говорил, жена бросила стиральную машинку. Жду новой. Угу. Раковина, если желаете, можете потом поменять на гранитную. Так. Посмотрим все с доводчиками. Да. Доводчики есть. Термопакет окна. Выходим на территорию. Покажу я вам виллу. Вот вилла, дорогие зрители. Сейчас покажу. Себя тоже покажу. Превью сделать надо. Да. Вот. Две виллы. И она продается, и она продается. Фасад покажу. А также вот эти виллы две. Раз, два рядом. То же самое. Планировка одинаковая. Бананы, кусты. Кто деревья говорит, кто кусты. Авокадо даже построено. И этот посажено, то есть. Виллы называются по имени Авокадо. Это гранаты, что ли? Да. Так, весь земельный участок. Так что ролик не закрываем, досматриваем. Я сейчас вам покажу всю территорию. Это огромная территория. Здесь 42 виллы, кажется, или 44. Не помню. Это как бы городок вилл. Угу. Здесь вы можете установить себе бассейн. Нужно обсудить с застройщиком. Они вам огласят цену и построят вам. Я еще покажу пример, как это выглядит. Там другие виллы сделали. Сюда установили бассейн, а так отдельный бассейн наверху. Вот в той стороне. Туда я пойду. Покажу сейчас я вам вид с этой виллы. Я поднялся на террасу другой виллы. Вот здесь более лучший вид. В центре, как говорится. Глазами все это видно вот так. Сейчас покажу. Вот я горы вот так вижу глазами. Смотрите, вот тоже глазами все вот и так видно. Просто камера не показывает широкоугольник. Вдалеке как будто показывает, но это как бы около глаз.
Все, вот, дорогие зрители, это другая его. Я снимал там. Сейчас покажу вам инфраструктуру этих вилл. Кстати, здесь есть бассейн. А, вот бассейн. Вот бассейн, видите? Вот. Планировка. Глазами это видно так. Вот бассейн в длину сделал. Мандарины посадили. Вот смотрите, мандарины на деревьях. Апельсинчики. Вот как все прекрасно, уютно. Посадили деревья, кусты. Там застеклили нижний этаж. Смотрите, может кому-то понадобится такая идея. Пойду я к бассейну. Пока я не дошел до бассейна, оглашу цены. Цены начинаются. Цены без торга. 433 333 доллара. Одна вилла. Другая 433 332 доллара. Другая 331 331. А это там рядом, которая 330. Звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Смотрим дальше, не закрываем ролик, нас ждет бассейн, территория, инфраструктура, красота. Тут лесенки, поднимаемся наверх. Машину можно останавливать тут. У некоторых вилл есть гаражи, но они куплены. Вот, очень много мест, чтобы останавливать машину. В этом здании у нас фитнес. Стараюсь подняться туда. Вот отсюда видно оборудование. Есть лифт. Ну, пока не запустил полностью. Фитнес-зал. Римская парная комната. Сауна. Сауна большая. Римская парная комната. Здесь массажную комнату сделали. Стулья осталось, раздевалка. Стол осталось оставить. Отсюда спортом занимайтесь, смотрите на горы. Спустился я вниз. Детская игровая площадка. Это крытый бассейн с обогревом воды. И там открытый бассейн. О, какая большая. 20 метров или 15 метров. 15 метров на 8 или 10. Это редкость. То, что есть открытый бассейн. Уилл. Вот открытый большой бассейн. Да, пота. Тут также есть вилла с бассейном. Ближе покажу вам.
красиво огородили. Вот бассейн. Вот как красиво сделано все. Там тоже смотрите, как огородили. Каждая собственная вилла частная. Там даже фонтанчик сделали. Где я вижу. Вот видите. Вот эти. Фонтан туда. Все, дорогие зрители, звоните по номеру +90 555 064 91 10. С вами Лагоси, Солнечная Алания, район Карпичак. Всем хорошего, позитивного дня, крепкого здоровья, радости и процветания жизни. Всем чао-чао, бай-бай.